знаете, редко бывает такое интересное совпадение. Вот вчера весь день и сегодня весь вечер мне предстоит общаться с человеком, который имеет самое прямое отношение практически с первого дня к Байконуру. Тогда он еще был мальчишкой, а сегодня он целый генерал, начальник пожарно-спасательной части Байконура. Без него не обходится ни один пуск ракеты, что на Байконуре, что на Восточном. И достаточно очень много интересных подробностей, которые не пишут, о которых не говорят, я вчера услышал. И подумал, пора, наверное, переезжать из Санкт-Петербурга в Байконур, уж очень там интересно. А с другой стороны, судьба немножко улыбнулась нам, питерцам. Здесь много кто из Питера, нет? Что, никого нет? Из Питера есть кто-нибудь? О, хорошо. А вы знаете, что Юрий Алексеевич Гагарин мог родиться в Санкт-Петербурге? Ну, кто-нибудь знает эту историю? А кто может предположить, почему? Дело все в том, что бабушка и дедушка Юрия Алексеевича Гагарина... А что они туда-сюда ходят? Это какие-то свыше, да? А бабушка и дедушка Юрия Алексеевича Гагарина по маминой линии жили здесь недалеко, в Кировском районе. И дедушка работал на Путиловском заводе, Кировский завод. Но, к великому сожалению, пристрастие дедушки к зеленому змею вынудили маму, бабушку, взять своего мужа и переехать в деревню. И там дочка познакомилась с молодым человеком, и там родился Юрий Алексеевич Гагарин. А вот если бы не зеленый змей дедушки, он бы мог быть нашим ленинградцем. Но, когда уже решалась судьба Юрия Алексеевича Гагарина с космосом, у него встал вопрос, куда ехать на практику после окончания ремесленного училища, в Москву или в Ленинград. Куда он поехал? В Ленинград. И проходил практику на заводе «Вулкан», к сожалению, ныне не существующий на петроградской стороне. Так что мы имеем какое-то отношение к этому замечательному человеку, Юрию Алексеевичу Гагарину, особенно сегодня, все наше прогрессивное человечество. С праздником вас! С Днем космонавтики! Когда заходит разговор о военмехе, который лучше всех, всегда приятно говорить о том, что это единственный гражданский вуз, который выпустил 5 космонавтов. Я правильно говорю, Леонид Павлович? Идите сюда. Встречайте, декан факультета А, Юнаков Леонид Павлович.